Настоящие чувства не знают преград, считают Игорь Галкин и Екатерина Лошкарева. Вместе уже 14 лет. Их история любви непосредственно связана с реабилитационным центром для инвалидов вследствие психических заболеваний «Здоровье». Пришел в центр, поступил в арт-студию, и по совету специалиста я пошел учиться, поступил в 11-е училище. Там встретил Катю, и вот до сих пор вместе. Ей было трудно трудоустроиться после училища, и я посоветовал ей попробовать здесь, тут же швейный цех, я знаю. Ежедневно центр посещает порядка 100 человек. Здесь можно получить не только медицинские услуги, но и пройти развивающие тренинги, посетить психокоррекционные занятия, трудоустроиться в мастерские центра. У нас предоставляется комплексная реабилитация. Ребята проходят и трудовую реабилитацию, и медицинскую реабилитацию. У нас ребята, которые проходят трудовую реабилитацию, трудятся в цехах. Это закроенный цех, это тароупаковочный цех и швейный цех. Главная задача реабилитационного центра – развить навыки самостоятельности. Поэтому здесь все как в обычной жизни. Создаются семьи. За время работы центра образовалось 5 пар. А если в отношениях случается небольшой разлад, на помощь приходят психологи. У нас был небольшой кризис в отношениях, и психолог центра нам помогла его разрешить. Попасть в центр можно по направлению врача. Ольга Волкова, Константин Головин. События.